4 на час. У Кондрашова из Одессы есть технология 3D очков, построенная на просчитывании разницы движения угловой скорости пикселей на экранах. Применялась данная технология для построения математической модели по обнаружению и обезвреживанию разделяющихся боевых частей ракет. Вот когда есть ближний план и когда есть дальний план, очень объемная получается структура в изображении по технологии Кондрашова. Александр Александрович, большой вам привет.
Мечтаю с вами провести несколько прямых интернет-эфиров. Прошу выйти на связь. Дистайн, прошу выйти на связь.